Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим про интересный ZigBee-датчик температуры и влажности от Blitzwolf. Главной фишкой этого датчика, на мой взгляд, является наличие жидкокристаллического экрана для визуального контроля показаний. Например, в экосистеме Xiaomi наличием экранов могут похвастаться только Bluetooth-устройства. Модель BV-IS4, интерфейс ZigBee. Рабочие температуры от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия. Диапазон влажности от 0 до 99%. Питание 2 элемента 3А. Оформление коробок у Blitzwolf одинаковое в бело-зеленой гамме. Полиграфия по минимуму, только номер модели и параметры на одной из сторон. В комплекте, кроме самого датчика, идет круглый кусок двустороннего скотча, ножка-подставка, чтобы устанавливать датчик на горизонтальную поверхность, инструкция и еще пара бумажек. Инструкция мультиязычная, но русского нет, самый понятный для меня английский. Но, по большому счету, инструкция не нужна. Датчик очень похож на круглые Bluetooth-датчики из экосистемы Xiaomi. Диаметр датчика чуть более 6 см, а у экрана 4,5 см. Толщина около 2 см. На задней стороне продублированы основные параметры устройства. В верхней части виден фигурный вырез, предназначенный для установки ножки подставки. Так выглядит датчик с установленной ножкой. Благодаря изгибам подставка держится плотно и не проворачивается. При установке на горизонтальной поверхности датчик располагается под углом примерно в 45 градусов. Отверстие для анализа воздуха находится внизу, а кнопка сопряжения вверху. Крышка снимается поворотом вокруг своей оси, открывая доступ к отсеку для двух элементов питания. Ставим две батарейки, в принципе можно и аккумуляторы, и закрываем обратно крышку. Устройство сразу показывает текущие параметры окружающей среды, сверху температура, внизу влажность. Также имеется индикатор заряда. Пока датчик не подключен, индикатора сети нет. Для перевода датчика в режим сопряжения нужно зажать кнопку на несколько секунд, пока не начнет мерцать индикатор сети. Устройство поддерживается SLS-шлюзом, в его интерфейсе нужно запустить режим подключения и дождаться, пока датчик войдет в сеть. Датчик определяется как TUIA TS201. По сути, это то же самое устройство, на котором написали Blitzwolf. При активированной опции MQTT Discovery он автоматически прописывается в Home Assistant. С точки зрения топологии ZigBee, это конечное устройство, в этом примере оно подключено через один из роутеров. Для удобства отображения ему можно дать friendly name, но тут предпочтительно использовать латинский алфавит, так как это название и будет названием MQTT топика. Это же самое имя присвоится и в Home Assistant, а здесь при помощи раздела Customize можно без проблем присваивать и кириллические названия. Естественно, что датчик поддерживается и в ZigBee to MQTT. Для чего его нужно перевести в режим подключения, это удобнее сделать через аддон Z2M Assistant. Зажимаем клавишу на датчике, пока не начнет мерцать индикатор, и ждем, пока он появится в списке устройств. Здесь датчик тоже определился как устройство TUIA, хотя все предыдущие показывало как Blitzwolf. Думаю, что никакой разницы между покупкой именно Blitzwolf или TUIA нет, выбирать нужно просто то, что подешевле. У меня в системе используются два таких датчика. Это графики их показаний в динамике за 72 часа. По скорости реагирования на изменения окружающей среды, они примерно аналогичны ZigBee устройствам Xiaomi Akara. Главным достоинством этого датчика, как я уже сказал, является наличие экрана. В экосистеме Xiaomi экраном обладают лишь Bluetooth устройства. Он хорошо читаем, но подсветки нет. Датчик можно крепить на скотч к стене, при этом намертво крепится лишь крышка, а сам датчик легко можно снять, повернув его влево, например, для замены батарей. Насколько их хватает, пока не могу сказать. Первый из двух датчиков висит более месяца, а уровень все еще 100%. С
Сравнительно с другими подобными датчиками, показания героя обзора вписываются в среднее значение как по температуре, так и по влажности. Даже если положить рядом оба Blitzwolf, их значения все равно не будут абсолютно одинаковыми. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции, скидки и купоны на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!